нашей стране воздушно-десантные войска являются самыми узнаваемыми и самыми почетными. При слове «десантник» в голове всплывает образ сильного мужчины. Именно этот образ используют некоторые бойцы, выходя на ринг. Притом не имея никакого отношения к службе в армии. Канал «Тестостерон Топ» расскажет вам о лже-десантниках на ринге. Денис Лебедев – российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA и IBF. Несмотря на яркий образ, никакого отношения к службе в десантных войсках не имеет. Хотя тельняшка, берет, форма и флаги – это обязательные атрибуты Дениса при выходе на ринг. Свой образ Денис объясняет тем, что имеет огромное уважение к ВДВ и дружит с десантниками. Да у нас полстраны родственники или друзья десантников. Видимо, поэтому 2 августа люди целыми семьями наряжаются в тельняшки. Летом 2011 года Денис Лебедев был официально принят в Союз десантников России. А в 2017 году десантники потребовали с Дениса объяснений по факту подарка голубого берета Майку Тайсону. На одном бизнес-форуме Лебедев надел на голову Майка Тайсона голубой берет, притом называя его оскорбляющим словом «беретка». Беретка для Майка Тайсона! Десантникам России это не понравилось. Совет ветеранов спецназа и разведки Тюменской области по этому поводу сказали, что берет десантника — это не балалайка и не матрешка. Использовать берет как сувенир неуместно. Да и к тому же такие подарки от воздушно-десантных войск уполномочен вручать только командующий ВДВ или кто-либо по его приказу. А уж точно не человек, который не имеет никакого отношения к войскам. Этот поступок подрывает устои десантных войск. Это первый шаг к тому, что в наших рядах начнут забывать об уважении к символам чести и доблести. Дмитрий Вагин, председатель совета. Александр Поветкин, старший сержант запаса ВДВ, обладатель премии Союза десантников Российской Федерации, обладатель бронзовой статуэтки десантника, а также медали за службу в ВДВ. Также не имеет никакого отношения к службе ВДВ. Звание старшего сержанта Александр получил в подарок на празднике, на который пришел в качестве приглашенного гостя. В отличие от Лебедева, Александр не использует даренные ему титулы в качестве имиджа, и за это ему огромное спасибо. Сергей Валерьевич Харитонов. Многократный чемпион России по рукопашному бою и кикбоксингу. Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе по версии W5. Также срочную службу в воздушно-десантных войсках не служил. Однако лжедесантником его назвать нельзя, ибо Сергей отучился на офицера десантных войск и носит звание майор ВДВ. Сергей Харитонов окончил одно из самых почетных заведений – Рязанское десантное училище. Во время обучения был капитаном сборной ВДВ по рукопашному бою. Сергей с детства восхищался десантными войсками и мечтал надеть голубой берет. Мечту он осуществил, и образ десантника использует абсолютно оправданно. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересных видео. А также не забывайте ставить лайк, ибо это мотивирует меня делать ролики чаще.